time. Speak to someone. Хорошо. Добрый день. Спасибо. Галстук. 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 Швейцарский галстук. Если первый раз общаюсь с человеком, который куда-то едет автостопом, обычно это какие-то такие красивые какие-то европейские фильмы. This is a special collection. That's my collection, exactly. Really? Ей уже пора музей открывать. She should open museum. Раз есть дорога, значит должен быть автостоп. И вот уже стоповая тачка. Да, я целый год в одном уровне. Хорошо, счастливой тебе пути всегда. Да, давайте, до встречи. Да. Наталья? Валерия. Валерия. Nice to meet you, Наталья. Никак не ожидала, что встречу с такой замечательной девушкой Анжелой, которая еще к тому же и мент местный. I want in front. I need to record. Она работает в церкви. Вот девочка, которая единственная говорит по-английски. И папа с мамой. Что, завтрак? Мне осталось проехать последние 6 километров до дома. Тебе счастливо. Хорошего дня. До свидания.